Вас никогда не удивляло, почему базовые вещи на ком-то смотрятся уныло, а на ком-то создают ощущение вау? У такого явления есть причина. И это не дар, который дается сверху, а это стилистический прием, которым можно овладеть и успешно использовать в своем гардеробе, и тогда базовые вещи звучат иначе, интереснее, чем у других. Возьмем, к примеру, актуальную вещь сезона – худи из футера. Сразу скажу, что худи из футера пришло к нам надолго и в трендах задержится несколько лет точно. Поэтому имеет смысл сшить его именно сейчас и понимать, каким таким образом создаются с ним интересные сочетания. Звезды стрит-стайла не хотят, чтобы мы долго думали и ставили лайки сразу. Поэтому худи с каблуком – их любимый прием. А нам нравится это, потому что женственность победила спорт. Контрасты выглядят всегда привлекательно, тем более, что каблук, ну это для базового гардероба полезно, не обязательно должен быть высоченным. Аккуратный kitten-heel тоже выглядит эффектно. Следующий прием – это когда худи имеет формат платья. Если есть возможность показать красивые ноги, то даже пуховик начинает подстраиваться под девичью грацию. Юбка требует меньшей открытости, поэтому в этом случае фантазия понеслась. Юбка из кружева, юбка из плиссе или жаккарда, юбка из кожи, шифона. Благодаря худи сложные фантазийные юбки, которые раньше были только для особых случаев, перекочевывают в базовый гардероб. Носите на здоровье пачку в понедельник. Ценность комбинации в том, что худи отвечает за молодость, современность, а юбка сохраняет женственность и грацию. Причем обувь на низком ходу в данном случае очень даже приветствуется. Худи хорошо сочетается с экстра модными брюками на защипах, сверхдлинными или гипероверсайз. Мы видим комплекты с элегантными жакетами. Мы видим хорошее сочетание с аристократичными блейзерами, которые благодаря худи больше не выглядят как бы оторванными от нашей быстрой динамичной реальности. И, наконец, мода согласилась с тем, что комфорт для нас имеет большое значение и предлагает комбинировать целиком спортивный костюм с элегантным удлиненным пальто или классическим в клетку или в пьедепуль. Итак, резюмирую. Смешение стилей – вот основной принцип, который отличает актуальные образы от унылых, устаревших и неактуальных. Да. Образ с худи или даже со спортивным костюмом вызывает интерес, если в нем неожиданно присутствуют вещи из пространства женственности, элегантности, авангарда или даже классики. Теперь, когда вы знаете, в чем секрет, посмотрите видео сначала без моего голоса. Вы сразу начнете находить вот такие вот нюансы. Ой, это очень увлекательно. И обратите внимание на то, как часто используется бежевый цвет. Потому что это еще один способ обрамить спортивную стилистику в элегантность. Как это важно, особенно если вам больше 15 лет. Пару раз. У меня в руках тот самый футер, который сделает ваш гардероб актуальным, а вас моложе и веселее. Хлопковый, с эластаном, на лицевой приятная гладь, с изнанки воздушный теплый ворс. Плотность 300 граммов на квадратный метр, которая помогает образовывать приятные плавные формы. Ширина футера целых 180 сантиметров. Цвет элегантный, спокойный, комбинировать его легко, носить очень приятно. У меня к вам вопрос. Я хотел снять еще два видео про этот футер, но он заканчивается практически. И боюсь не успеть, поэтому нужно просто выбрать тему, которая вас интересует больше. Напишите в комментариях цифру. Первое. Какие ошибки гардероба можно исправить при помощи этого футера? И второе. Кому? А главное, почему стоит шить, а не покупать худи в магазинах готовой одежды. Вот. А уже прямо сейчас купить этот футер можно на сайте ткани.эксперт. От 6 метров цена снижается на 20%. Заказ можно получить почтой, с деком или курьером до двери. Оформляйте заказ прямо сейчас. Отправлю посылку радости уже завтра. С вами был Михаил Шабардин. Переходите на сайт.